Гостиничный бизнес Италии активно обсуждает законопроект, направленный на изменение правил краткосрочной аренды квартир, которые сдают туристам. Главная цель этих изменений – снизить туристическое давление на крупные города и сделать аренду жилья там более доступной для местных жителей. Среди главных положений законопроекта – аренда квартиры минимум на две ночи, а также введение общенационального реестра объектов краткосрочной аренды вместо имеющихся сейчас отдельных региональных реестров. Это должно помочь бороться с нарушениями. Владельцы гостиниц давно призывают уравнять правила для отелей и для сервисов краткосрочной аренды вроде Airbnb. È come se ci fossero 10.000 alberghi. Allora, se io voglio aprire un albergo, devo chiedere 1.000 permessi. Ma qualcuno può aprire 10.000 alberghi senza dire nulla a nessuno. Quindi più potere ai sindaci, più controlli e più sanzioni, sanzioni efficaci. В то же время те, кто занимается краткосрочной арендой, уверены, что ее нельзя приравнивать к отелям, поскольку клиентура принципиально отличается. Sicuramente il viaggiatore che sceglie l'appartamento è diverso dal viaggiatore che sceglie l'albergo. No, non sempre viene fatta una scelta solo economica o solo di cosa, ma spesso viene scelta l'appartamento perché può avere delle caratteristiche specifiche che possono essere apprezzate o anche da un viaggiatore che ha delle necessità diverse. Vedi, noi abbiamo degli appartamenti vicino agli ospedali e quegli appartamenti sono scelti da persone che devono affrontare una spesa che magari non era prevista. Обе стороны при этом согласны с теми положениями законопроекта, которые грозят увеличением наказаний для заведений, нарушающих закон. Alle sanzioni per chi non si adegua, siamo favorevoli a un livello di controllo gestito direttamente dal Ministero del Turismo e non da 20 normative regionali. Многие деятели в Италии уже давно выступают с критикой властей, слишком широко, по их мнению, распахнувших ворота для гостей. В то же время туризм остается одной из главных доходных статей Италии. В любом случае, новый проект еще очень не скоро станет законом.